Всем привет, друзья! Хочу сегодня поделиться с вами, что я купил для себя. Такой вот грузовик, думаю, из вас многие уже видели. Такой вот грузовик. Это Урал. Получил вот в таком пакете. Все целое, ничего не сломался, кроме вот одной фары. Вот это. Ну, это ничего, я буду приклеить. Как раз сейчас карантин, делать нечего, и вот поэтому заказал себе вот такой вот грузовик. Открывается капот, двери. Это полноценное запасное колесо, тоже открывается, снизу есть защелка. Вот, можно заменить колесо. Также открываются вот эти двери. И также дверь с этой стороны тоже открывается. В комплекте есть батарея маленькая. Это для зарядки. Вот зарядка через USB. Зеркала были отдельно вот здесь. Я только что поставили запасные как бы рессоры. Инструкция на китайском и на английском. И отдельно купил вот такие вот карданы металлические, потому что пластмассовые очень слабые, и я хочу сделать тюнинг. А это вот пульт. Батарея не была в комплекте, я сам ставил. Вот такой. Автомобиль очень крутой. Не жалею, что очень... Значит, я не знаю, думаю, вам не интересно, но я для себя буду делать, буду менять карданы, буду заказать металлические мосты, сервопривод металлическое, буду заказать мощный двигатель 370. Думаю, все это буду загружать на лайв-канал, так как не думаю, что вам это будет интересно. Также буду заказать большую батарею 1500 мА. И комплект 4-канальный пульт. И плата также. Очень красивый, очень реалистичный. Вообще жесть. Я сейчас не могу пойти на улицу протестировать, потому что у нас жесткий карантин, и мы не можем выйти на улицу. Поэтому я сделал вот такой вот, просто для примера сегодня покажу, а потом, когда будет возможно, уже покажу на улице. Все ссылки оставлю в описании под видео и на автомобиль, и на карданы. Когда вы включаете кнопку, мигает свет, что означает, что пульт не включен. Включаем также пульт. И все. Мигает зеленый свет. Идет зарядка.